Синдром Туретта. Диагноз несерьезный. Ты можешь продолжать. Мы в эфире. Сейчас подождем, пока подключатся люди, а мы пригласим Агату, если Агата к нам уже присоединилась. Вот Вавилова у нас, Агата. Ожидаем подключения. Да. Привет! 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 Прием, 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 мы тебя слышим, с тобой связь очень плохая. Не знаю почему. Даже из-за сети. Ну извините, пожалуйста. Или за сети одно и Зюзи на другое, знаете ли. Зюзина, оно такое. Вот так, блин. Я не знаю, ну что, вам меня хреново слышно, да? А людям тоже хреново меня слышно? Или только Надо спросить зрителей. Люди, вы меня слышите или нет? Здравствуйте все. Вот там люди машут руками. Потому что на вас-то мне, как бы, знаешь, подумай, день рождения. Слышно все. Вот люди говорят, слышно. Слышно все. Что-нибудь попробуем? Так а что пробовать, если говорят, где же меня не видно, не слышно? Ну, у нас нет, но мы попробуем. Давай попробуем. Агат, попробуй себя воткнуть и выйти. Воткнуть и выткнуть наушники. У меня гарнитура такая. Могу вот так вести эфир. Гарнитуру лучше не стало? Давай попробуем зайти еще раз. Меня слышно два раза, понятно, почему? Потому что Агата меня слышит. Потому что Агата меня слышит. Что почему? Вот сейчас скажи что-нибудь. Говорю. Вот я что-нибудь говорю. Ну сейчас вроде мы тебя. Видимо, слышим. Я говорю.
Ну вот. Ну вот. Сань, Сань, я смотрю с 5 часов. Прикинь, я прям смотрю, сижу. Ну, как у тебя настроение? Отлично. Отлично. Ну, мы тебя поздравляем все искренне. Гарри, не прижимайся никому. Я смотрю, эффект, обо всех трешься. Ты соблюдаешь дистанцию, Гарри. У нас тут спирт. Каким спиртом, Гарри? Он не работает. Ой, не ругайся. Всех, ой, не ругайся. Ты всех лапаешь. Где вот это вот чувство самосохранения и забота о ближнем своем? Гарри, ну ты скажи, а ты нас мир выставил перед выходом из дома или нет? Мы тут все. Мы тут все. Ужас, ужас. Мне тут пишут. Мне тут пишут. Папа, такой хороший. Такой хороший. Я затыкаюсь. Затыкайся. Так, что от меня требуется песня, да? От меня давай, требуется песня. Давай. Значит, я только сейчас, когда я сидела и думала, а что спеть-то? И я думала, что я умею играть на пианино. Выяснилось, что ничего. На память я не умею. Вот, и я вспомнила одну песню, которую я очень люблю. Это для кого-то будет неожиданный для меня репертуар. Но она такая, типа, грустненькая, типа, но очень такая добрая. И я вспомнила эту песню и поняла, что в условиях нынешних, в условиях карантина, она приобретает совершенно иной смысл. Ну, то есть она прям очень злободневной становится вот на данный момент. Песня называется «Я скучаю по тебе». Так, вот теперь скажите мне, вам слышно пианино или нет? Нет, да? Слышно? Ну, давайте проверим. Казалось бы, ну что скучать, всего 7 дней разлуки, а вот скучается хоть волком бой. Посуды кухонной гора, все не доходят руки, и ты опять забыл полить столетник мой. Друзья зовут, давай махнем на шашлыки на дачу, а я не еду, мне милей мой сплин. В привычной мизансцене дней все выглядит иначе, когда невольно поживешь один. Я скучаю по тебе, как апостол по святым мукам. Я скучаю по тебе. Вот какая штука. Казалось бы, ну что скучать, считается полезным. Недельку друг от друга отдохнуть. И я все пробую начать жить логикой железной, но в логику любовь никак не запихнуть. И наш обыденный уклад, сложившийся годами, где суета, сует владеет всем, мешает нам расслышать крик седого мироздания, что мы живем не так и не затем. Я скучаю по тебе, как подранок по своей стае. Я скучаю по тебе. Вот ведь как бывает. Казалось бы, ну что скучать? Пройдет всего неделя, и все вернется на круги своя. Домашние дела, друзья, работа на пределе. А впрочем, жизнь в
вполне обыкновенная. И лишь заметив первый снег над хмурою столицей и у ларьков озявшие цветы, я вспомню, как недолог век, что не повторится, и что всего прекраснее в нем ты. Скучаю по тебе. Что ж тут поделать? Я скучаю по тебе. Я скучаю по тебе. Короче, не скучайте. Не скучайте. Не скучайте. Пусть действительно, если вы с кем-то в разлуке, пусть это будет совсем недолго, и пусть это будет легко и с удовольствием. И этот карантин нужно воспринимать как-то по-другому. Как-то как повод что-то переосмыслить, отдохнуть, выспаться, нажрать щеки, как вот я это сделала. Сань, Сань, ну я чокаюсь с тобой вот кружкой. Сань, с днем рождения! Ребята, всем, спасибо. Огромный привет и мои дистанционные поцелуи. Без этого безопасно. Спасибо тебе большое. Не за что. Пока-пока. Так, и кто же у нас следующий там был на очереди в эфир? Нет, не вы. Не вы, вы тут, вы можете чуть-чуть подождать. Да. Вот распился. Кому я там обещал следующий на эфир? Даша. Даша у нас тут. Я не вижу, Даша у нас сейчас в онлайне. Даша Январина, а ты тут? Нет, у нас еще Январина была на очереди. Если она нет, то Даша Зуева у нас еще должна быть в онлайне. Сейчас кого первого найду, того и выведу. Вот Дашу вижу у нас. Дашенька, привет! Привет! Я пишу, я тут, а вы мне не... Ну, с запозданием просто идет надписи все, вот, комментарии. Даш, я рада, что я здесь. Муа! Я тебя поздравляю. У меня есть для тебя подарок, но я тебе его попозже дам. Пока. Да, когда нас всех выпустят из дома, да. Да. Леша, привет! Ой, привет! Где наш? Наш убежал. Он ел. Он где-то жует. Заочно познакомились. Ну что, споешь нам что-нибудь? Пою. У меня тут песня. Наверное, ее никто не слышал еще. Но она как раз про карантин. Почти что. Она называется «Потусторонняя». Это посвящается всем, кто... По ту сторону? Да. Короче, пою. Если что, говори. Ну, вроде слышно. Ладно.
многими зимними вечерами вслух бы читали другу романы, утром могли бы вместе пить кофе, солнце сквозь шторы, как взбитые сливки, а после могли бы спускаться на землю, падать на землю с тобой в одном лифте. Как фары в метро, ночным коридором, несемся вдвоем мы, несемся на волю. Мы эти двое чем-то похожи, крыльями что ли, рисунком ладони. С тобой мы однажды могли бы поверить, наша любовь словно флагом на крыше. Каждое утро спускаюсь на землю с тобой в одном лифте, но ты не видишь, а я потусторонняя, я по ту сторону от тебя. Постели могли бы укрываться одним одеялом. Привет, кого я там еще не повидала. Муа, целую. Спасибо, Дашенька. Вот так увиделись. А, привет! Привет! Короче, я тоже буду подальше, пацаны, два вилы. Чего? Сиди там. Блин, я вас не слышу, не всех слышу. Чё а это? Меня слышишь? Я слышу. Хорошо, потому что я рядом с телефоном сижу. Так, я тебя поздравляю. Муа, целую тебя. Собираетесь? Ну, так, по чуть-чуть. А, спасибо тебе огромное. Ты-то как там на карантине? Да я чё, я, как уже сказала Виолетта, развлекаюсь тем, что вышиваю и готовлю. Пока следующий неделю. Ну вот, когда ты ещё повышиваешь и поготовишь? Вообще. Вот, спасибо тебе, что была с нами. Вот. Были очень рады тебя видеть. Вот. Видеть, наконец-то. Вот. Всем приветы там передавай. Лёше, кошке. Да, хорошо, они вам тоже передают. Вот. Спасибо, что была с нами. Давай тогда, счастливенько. Пока-пока. Пока-пока. Пока. Так, друзья, давайте мы сейчас еще раз перезагрузимся, потому что у нас заканчивается час эфира. Вот, мы сохранимся и снова выйдем к вам на связь.